Всем привет, дорогие друзья, с вами Дмитрий Чи Серега, и мы на GTA 5 RP. Здорово, парни! В общем-то, мы пытались сделать персов, похожих на GTA-шных. Конечно, у Сереги получилось чуть лучше, у меня чуть хуже, но лет на 15 я все-таки выгляжу. У тебя нет ремня, ты не можешь так делать, как я. Я пукнул, тут надо, чтобы развеялось. Нет, слушай, Серег, ты главное подожди. Хорошо. Ой, не, я пошел. Нет, не надо. Не-не-не, стоп, подожди. Погоди, сейчас, где это? Стоп. Во-во-во. Эй, Васа, ну что, подкинешь на чебуреки? Вот, браток, по-братски, вот тебе, вот, лайкаю тебе, лайкаю. Лайка, босс. Лайка. Фух, в общем-то, ребята, хочу сразу сказать то, что мы на GTA 5 RP впервые вообще находимся. Мы не знаем, что здесь и как, не знаем, как играть, куда идти, но более-менее там увидели, что нам нужна работа. И сейчас мы пойдем в мэрию в местную и пойдем работать. Это что такое? Что за позы? Я вену разрабатываю для сдачи. Так, в общем-то, давай, побежали. Все общаются, все в войс-чате сидят, это просто кошмар, конечно. Особенно было, когда мы появились в морге, да? Там было вообще писец, конечно. В общем-то, это у нас Pacific Standard Jobs, да. Работа. Женщина, которая дает работу. Женщина, которая дает работу. Так, мы с тобой газонокосильщиками давай уволимся и устроимся с тобой электриками. Правда, говорят, работа похуже, но для наших уровней, я думаю, и так нормально. Разберемся. Так, вы устроились электриком. Они тут не помогут. Это редкий случай. И нам автоматически метки с тобой дали. Ну хорошо, вот это удобно, да. Серег, а чё мы с тобой в одинаковых рубашках? Ну, как, потому что мы одной крови с тобой. Да, ты и я. Фермерской. Так, слушай, как бы нам теперь добраться до того места? Сейчас я карту открою, гляну. Слушай, там бежать далековато будет, а на машине 3 секунды. Может быть, нам взять такси или арендовать какой-нибудь транспорт? Слушай, у меня какая-то желтая метка, что это такое? А, человек лежит, типа, можно его спасти, наверное, да? Привет, мужчина, ты что, разлегся? Он у меня стоит, на моем экране он стоит. Все нормально? Да нет, хреново все. Сожалею, но лечить нам тебя нечем. Ну, ладно. Ну, ладно. А, тут это не медик, это кто-то другой. Тут есть скорая, что-то. Серёг, а ты где? Я пытаюсь тачку угнать, не получается что-то. А мы вообще можем на тачках-то кататься? У нас же прав-то нет вроде пока. Точно. Ну, велосипед бы какой-нибудь, конечно. Блин, вот хорошо было бы на скутере, да, покататься вот так раз и все. Может, кто-то подбросит? Так, ненароком. Нифига вот, там кто-то подбросился. На тот свет, да? Да. Так, о, такси можно вызвать, да. Во-во, давай, попробую. Ожидание вызова принято. Так, хорошо, ждем. О, такси 46 принял ваш вызов, оставайтесь на месте. 146. Отлично, слушай. Что? О, это не то. Что за глюки? Не то такси, которое я ждал. Нет, это ты... Ни хрена себе. Убийца! Тебя убили, что ли? Нет. Слушай, лучше уйди с дороги. Да, я забыл, что здесь так это все. Вон, по-моему, такси наш приехало. Где? Вон там. Короче, это я понял, это симулятор Яндекс.Такси, да? Не, ну Яндекс.Такси хотя бы приезжает. Да что ж ты будешь делать-то, сука. Тут нельзя на дороге вообще стоять. По встречке люди гоняют, что происходит? Слушай, ты поехал на жопе куда-то. Да я понял. Во, я, короче, я сяду вот сзади тут, типа, и поеду на прицеп. Конечно. Дом в порядке. Ой! Что? Сука. Что здесь происходит? А, вот же ты, вот же, шлем-то у тебя остался. Какая-то дичь. Так, тут надо по сторонам смотреть обязательно.
Ладно, прокачаем себе бег, если что. Кто там базарит? Если он здесь вообще качается. Ой, тут сужение. Слушай, тут какая-то бэй есть, давай подойдем, узнаем, что это такое. Она прям рядом. Она стоит, да? Тут какая-то бэй есть, пойдем узнаем, сколько она стоит. Бургершот. Сука. Русская мафия держит это заведение. Нет, пошли. Даже странно, что на русском сервере держит это заведение русская мафия, да? Ага, вообще странно. Я на красный перебегаю, думаю, это ничего. Я все забываю, что здесь войс-чат есть. Да. Стой, падла! Он точно остановится после таких слов, я думаю. Угу. Хотя бы просто ответить тебе тем же. Хотя бы. Хотя бы долбануть тебя, да, разочек. Чем-нибудь. Покрышки, например. Блин, вот на всех серверах есть хотя бы велосипеды какие-то, блин, еще нет, что-то. Нет, там на стартовой локации был велосипед, там 25 баксов, по-моему, стоит аренда. Блин, надо было брать. Да блин, это... Меня убили там, я сразу в морг улетел. Слышь, жизнь на RP-сервере GTA 5 за 3 секунды. Я появился, меня убили, я попал в морг, да? И все. Да, в котором люди просят таблетки от поноса, диареи, и геморроя. Запор. Я боюсь дорогу перебегать вообще вот здесь на сервере. Просто боюсь. Я уже поломался тут пару раз, нормально. Зато знаешь, какой здесь есть плюс, Серег? Какой? Здесь стамина не расходуется. Потому что в GTA, когда ты начинаешь, когда у тебя не прокачанная выносливость, ты постоянно, короче, устаешь, у тебя жизни там портятся, там ты упоминаешь, когда бежишь долго. А здесь нифига, ты спокойно. О, тут остановка есть автобусов, подожди. Power Station. Ну, силовая станция. Вон чувак приехал на этом, на дилетанте. Может, у него курсор просто? Так, ну чё, посмотрим, что это за работа, что ли? Давай. Кого тут надо мочить? Ну чё, электрики юные? К этому нажимай Е. Ё-моё, посмотри на меня. Слушай, ну-ка, подойди ко мне. Нифига мы с тобой крутые персы. Вот именно так электрики и одеваются, конечно. Да-да-да, флэш на спине написано. Так, и чё тут надо делать? А я не расшибусь? Так, дед, что ты тупишь? Это... смотри. Сука. А что, сколько заплатили-то? Не знаю, я пока не вижу. Подожди, $590 у меня сейчас. Нам не надо на ботинки заработать. 604. По 14 баксов, что ли, каждый это? Походу, да. Ну, это ничего так, я думаю. Только бегать вот это туда-сюда. Мне что-то пока ничего не дают за это все. Почему не мне дают? Не знаю, у меня что-то деньги не прибавляются. Слушай, по 14 баксов дают. Ты встаешь на кружок, он у тебя дрюкает руками. Он мне дрюкает кружок руками, да. Мне платят, слушай. А, не, вот сейчас заплатили, да. У меня просто что-то с запозданием как-то все происходит. Мне платят нормально, я получаю бабло. Это, прикинь, мне за $140 надо 10 таких точек обойти. А народу я, здесь? Я представляю, вот это вот, знаешь, какой-нибудь зайдет маленький человек поиграть в эту игру. Вот он реально будет думать, что в жизни вот именно так и работают электрики. Конечно! А как же ты хотел? Надо подбежать к огромной кастрюле и поводить руками, все. Да, что-то там поделать. А хочешь устроить? Залази сверху вон туда и будь тебе несчастный случай. А почему я? Не, я, может... Слушай, может, а ты? Я попробую, надеюсь, не умру. Так, как бы сюда? О-о-о-о, нормально. Так, давай. Чё там у тебя? Слушай, я чуть не помер, блин. Серьёзно? Я серьёзно, залазишь туда на эту, на электрическую фигню и это, и тебя колбасит током. Я думаю, сейчас до 800 я доработаю, и мы отсюда свалим. Мы же просто посмотреть хотели, как... Да, конечно, что тут, умирать, что ли, весь день на этом? Так, у меня получается еще одна точка, и все. Я тоже до 900 доработаю, и все. Так, вот все, да. Мне на ботинки, наверное, хватит. Ничего, сейчас пойдем на более работу такую. Так, ну все, на выход. Да, подожди, тут же надо, наверное, подойти к нему опять и закончить работу. Ну да. Давай. Все. Я разделся.
Все, чувак, спасибо тебе за работу. Вы закончили удачи. Работу. Таксист да. есть тут? Удачи, добра. Нет, тут машина. Слушай, чья-то. Попробуй позвони еще. Давай. Вот видишь, какая вообще ирония, Серег. Вот эта вот машина, которая здесь стоит, вот эта вот жопная. Я бы в GTA Online на нее, ее бы даже угонять не стал ради того, чтобы доехать куда-то. А сейчас я бы ей обрадовался. 835-е такси нас должно довезти будет. Такси, такси. Вези, вези. Сейчас как возьмет 1000 баксов за отъезд. А я не знаю, надо узнать, как это все здесь работает, поскольку вообще платят-то. Чего? Салам алейкум, брат. Валейковаса. Во-во-во-во, приехал, смотри. Во-во-во, давай, садись. По 75 баксов скажу, пацаны. По сколько? По 75. Сколько, дружище, ты что, 75 баксов ты? Сколько? 100? Соточку, конечно, по-братски. Да, мы играем-то тут, блин, 10 минут. Да? Вы там оплатить не сможете, да, счет выставим. Тем более. Так, давай. Он мне выставил. А, ну все тогда. Я тебе потом отдам. Зачтемся. Потом заплачешь в следующий раз. Если не забуду, да. Когда поедем еще куда-нибудь, заплатишь еще. Хорошо. 100 баксов это серьезно, да. Слушай, от первого лица мы можем посмотреть. Какой он серьезный мэн. А, да. Блин. Слушай, здесь прям можно работать, выставляя счет, да, определенный кому-то. Типа это, как его, плати и все. Спасибо тебе, дружище. Благодарочка. Эй, чё это за ж... Побежали, ты бежишь? А, да, бегу. А чё-то надо было поставить ему какую-то оценку, может? Да какую оценку? Мы ему поставили $100, блин. Оценку ему ещё ставить. Самая лучшая оценка. Пошел в жопу, блин, оценки ему еще ставить. 100 баксов отдали, блин, за каким-то хреном. А с тебя списались, да, эти деньги? Да, 100 баксов списались. Так, ну что, давайте переувольняемся с электриков и устраиваемся на газонокосильщиков. Мне надо 100 баксов отбить. А потом купить себе ботинки, наконец. Это ты в стену бежишь? Нет, я... Блин, какая здесь вакханалия. Все-таки в GTA Online, где 30 человек, это все-таки еще по-божески как-то. А здесь полный трешак, ну вообще. Так, я выбежал. А где ты? Вон ты что-то так промчался прям. Слушай, давай не будем так тратиться и пойдем пешком. Да, все, что заработали, потратили на такси. Ну прекрасно. Его нахер. Давай просто добежим туда и все. Потому что что-то как-то слишком уж. Нифига ты сел. А я поехал. А я как? Ты пешком. А я за тобой, да, пешком? Подсади меня на раму-то хоть. Попробуй. Нифига он тебя бьет, что ли? Погоди, у меня сейчас... Сейчас мы наваляем, ё-моё. Слышь? А ну иди сюда. Слышь, иди сюда, блин. Чебурашка, ё-моё. Ладно, хорошо, ты где? Я тебя не вижу. Я бегу в сторону этого поля. Поля. Хорошо. Это я так могу, в принципе. О, я зато шлем приобрел. Сука. Без выгоды. Можно продавать шлемы, просто тупо садись. Так, а ты где? Я уже убежал далеко. Эй. Жалко, вот нельзя, или не знаю мы пока еще, как метку сделать, чтобы я тебя видел на карте, как друга. Не знаю. Давай пожмем. Друг другу. Давай пожмем. Как там? Вот так. Наверное, да. А, это про... это... Йоу, братаны. Йоу, мэн. Блин, ну совсем другая игра. Вот тут еще надо разбираться, что тут вообще, как здесь. Кирилл Козлов посадил игрока Изолида Бехмех в спецтюрьму на 6944 дня. В скобках транс. Транс? Транс. За это сажают, да? Да, видим за это. Какая тут нетолерантная обстановка. Блин, 7000 дней, это сколько? Это сколько лет? Да это все, можно сказать, вечно. Вон твой коричневый. О, начать работу. Все, я поехал. Блин, погоди, а я-то что? Ты-то поехал, а я. Подожди, сейчас кто-нибудь освободит тебе, наверное. Я пока в фонтане опять покупаюсь, раз такой. Ты это, следи за ситуацией. Смотри, вот ты вот ездишь по этим...
меточкам и получаешь $4. Я всю жизнь мечтал об этом. Слушай, по-моему, этим электрикам лучше работать. Ну, в плане того, что там, конечно, работа более такая занудная, но там $14 за одну точку платят. На меня банда газонокосильщиков напала, избили меня. А ты чё? Ты жди это машину там. Да, спасибо, я без тебя не догадался. Жди транспорт. Блин, слушай, здесь, делать? Наверное, от первого лица прикольно будет так кататься, да? Так. Короче, ты знаешь, ты поработай, а я просто на ступеньках посижу. Мне все равно деньги не особо нужны сейчас. Как не нужны? А это рубашку заменить. Рубашку? Я его это побегаю пока. Слушай, нам нужно съездить в автошколу и узнать, как вообще тут происходит все это дело. С правами, надо ли, не надо, что там. Если здесь такое же задание, как и в Сампе, типа берешь машину, тебе нужно проехать по точкам и все, тогда mm-hmm. ладно. Ну я не знаю, я. Во-первых, все равно нет у меня сейчас транспорта, вообще ничего не появляется. Не, может будет арендовать потом из-за того, что ты вроде как с правами. Не, а, это да. Я про то, что я нет газонокосилок свободных. А, ты про газонокосилок? А ты что хочешь, съездить узнать, что ли? Сейчас я это поработаю хоть до $900. Можно косить с более эффектным видом. Здорово, великолепно. Ну бери косилку-то что. Какую косилку? Нет ничего. Серьезно, нет. Косилок нет, что ли? Смотри, что-то день арестов прям какой-то сегодня. Ну, нарушителей много что. Народу много. Мы еще с тобой, наверное, в час пик зашли, когда основная толпа вся играет. Хорошие имена и фамилии игроков. Артем Фокс, Виктор Булдыга, Никитос Барбос, Гиделисиус Писька, Роман Блэк и Замбек Чеченский. Ну я понял, короче, тут весь уклон идет на реализм, да? Да, особенно Замбек Чеченский. Так, $880. Прикол такой, я сижу, короче, на лестнице, анимация, как будто я бутылку держу. То есть в руках у меня должна быть бутылка. Но ее нету, и такое ощущение, как будто я у меня, короче. О, я сейчас доехал до того места, где я записывал это приглашение на стримы, на сходку. А, и в усы текло, и в стекло. В усы, чтобы не в трусы. Да. Так. Нет. Это будет не очень. Ну да. Главное, чтобы не очень как-то не было. Сейчас я уже еду в твою сторону, сейчас мы начнем. Да ты не переживай, я это нюхаю воздух. Да я не переживаю. Меня пугают жизни мои красные. Откуда? Ну это, я же там на электричестве поскакал. А, да, ты же там убился немножко. Так, все, я, короче, еду к себе. Ты пережарился на электрогриле. Угу. Забыл выключить вовремя таймер. Так. А, вон он ты. Сейчас да, сижу тут, ё-моё. Думаю о жизни. Слушай, а может на нем можно доехать до мэрии? Ну давай, попробуй к тебе. А я не сяду. Слушай, а реально, подожди. Погоди, а вот стой. Дай я сяду куда-нибудь. Залезь. Так... О, погнали. Давай. Центурион, вперед, на Рим. Слушай, у меня не очень приятный вид. Ух ты, как тут эпично падают. Ты поехал куда-то. Подожди, я реально могу же на нем доехать, да, наверное? У меня же его не отнимут прям сразу. Я тебе одну вещь скажу, я быстрее добегу, чем ты на нем доедешь. Подожди, давай поставим метку на автошколу. Вот я видел ее где-то здесь. О. Так, вот автошкола, Driving School. Как она называется? Driving School. Ты продолжай движение, продолжай. Я в гору еду. Поздравляю тебя. Та-т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 а. Зато я не на своих двоих. Сейчас горки пойдет, и я быстрее пойду. Давай гопнем чувака, нет? Гопнем? Он там с банка что-то снимает. Слушай, я поехал. Я вижу. Тебя уволят, ты понимаешь? Тебя вообще в черный список. Эй, бля, у меня и живот другой, и это... Я поехал. Жалко, он не на двоих, да, можно было бы сейчас. Не, спасибо, такое счастье не нужно. Зато у меня есть тачка, а у тебя ее нету.
А еще у тебя, смотри, смотри. Вот, там желтая какая-то. Погоди, может в нее можно сесть? Ну, вряд ли, я думаю. Вот. Смотри, как я эффектно смотрюсь. Рон-тон-тон, да, еще так. Завидуешь, Серег? Очень. Ну, ты догоняй просто меня, не отставай. Да не боись. 24 километра я еду. Ты бы еще на катке бы поехал. О, слушай, здесь магазин с оружием. Может, купим пушку? На что? Деньги. На какие деньги? У меня $970, нифига чуть-то. Я, знаешь, как фермер, который попал в город и не знает, что делать. Да, причем ты вот прям как выехал из этой, с проселочной дороги, так и... Так, да. Так и в город попал. Газонокосильщик-убийца. Просто тут если шмотки хорошие покупать, если купить себе тачку, там, я не знаю, почем здесь самые такие машины, надо будет полазить, посмотреть. Ты там не отставай, да. Я еду. Слушай, а чё одни инкассаторы катаются? Типа, наверное, выгодная работа или чё? Ну да. О, смотри, полицейский департамент, сюда, наверное, тоже можно будет устроиться на работу. Ну, скорее всего, есть же здесь эти всякие. Посмотри, какая тачка там слева. Давай я сейчас подъеду на свой. На разборке. Ну чё, погоняемся? О! Да чё я с ним буду? Ты сам-то хоть веришь в это? Что тебе денег дал бы на тачку? Ага. Ой, ладно. Бежим, короче. Продолжаем движение. Да. Бодряк такой. Ты чё делаешь же? Ой, блин. Вы чё делаете-то, блин, а? Мы едем, чё, какие проблемы? Я еду. Так, чувак. Вези, братан. Вы что делаете? Мест нету, мэн. Ай, на меня нападают. Беги, беги, спасайся. Вот тут автошкола должна быть, поехали. Слушай, у меня тоже хп мало, так что мы с тобой это... Ой, у меня еще меньше, чем было. То есть у меня там врезался этот инкассатор. Мне вообще тут выжить бы, не знаю. Ой, я доехал нормально. Сейчас, прикинь, выхожу с транспорта и меня банят. Да. Так, выходи. Ой, давай. Погнали, что там надо-то. Так, давай узнаем, как сдать на права и... А, да-да-да, точно. Что такое? А, дисконнектинг? Да-да, говорил я, блин, так оно и будет. Так, ну что ж, ребят, тогда мы с вами прощаемся. Пишите мнение в комментариях, пишите вообще свои впечатления. Ну и, конечно же, стоит ли вообще здесь что-то еще делать и снимать. И мы прощаемся. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И будьте бодры и всегда веселы. Да. В общем, всем добра и больших и апельсиновых корок. Корок, блин.